13 января 1722 года в соответствии с именным высочайшим указом Петра I правительствующему сенату была учреждена Российская прокуратура. При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. Первым генерал-прокурором сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сенатором генерал-прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть». Сегодня перед прокурорами ставятся более сложные задачи, а реализация национальных проектов требует нового качества прокурорского надзора. Однако в числе приоритетных направлений деятельности по-прежнему остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры успешно осуществляют надзор за органами МВД и Следственного комитета, за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, участвуют во всех судебных стадиях уголовного судопроизводства, проводят различные выездные и документарные проверки. Коллектив городской прокуратуры достаточно большой. Значительную часть в настоящее время составляют молодые специалисты. Однако есть и опытные сотрудники с многолетним стажем. Среди них Елена Логинова. Пришла в Одинцовскую прокуратуру в 1986 году на должность помощника. Сейчас Елена Викторовна – первый заместитель прокурора. В ее копилке многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма, есть нагрудный знак за безупречную службу, а также памятная ведомственная награда Генпрокуратуры России – медаль Руденко, врученная как лучшему гособвинителю. За время своей службы она воспитала более 40 молодых сотрудников, некоторые сейчас занимают должности федеральных и мировых судей. Именно благодаря таким заслуженным работникам Одинцовской городской прокуратурой наработан колоссальный опыт во всех направлениях прокурорской деятельности, венцом которой является поддержание в суде гособвинения по уголовным делам. Помощники и старшие помощники Одинцовского городского прокурора поддерживают государственное обвинение по всем уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения, которые рассматривают федеральные судьи Одинцовского городского суда, суда города Звенигорода, а также мировые судьи Одинцовского судебного района, мировые участки которых расположены на всей территории Одинцовского городского округа. Гособвинители заблаговременно готовятся к судебным заседаниям, активно участвуют в исследовании доказательств, способствуют принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения. В случае неправильного применения судом уголовного закона либо существенного нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении судом решения, прокурор приносит апелляционное представление, которое рассматривается Московским областным судом, после чего судебное решение вступает в законную силу. Законность и справедливость вынесенных судами решений в значительной степени зависят от активной позиции и профессионализма прокурора. Уважаемый суд, рассмотренное сегодня административно-исковое заявление направлено на защиту прав неопределенного круга лиц участников дорожного движения. При рассмотрении дела доводы административного иска нашли свое полное подтверждение. Установлено, что ответчик стоит на учете в Одинцовском наркологическом диспансере. Диагноз связан с хроническим употреблением алкоголя. Иски прокурора о прекращении права управления транспортными средствами в отношении лиц, страдающих хроническим расстройством, успешно рассматриваются судами. Требования прокурора обычно удовлетворяются в полном объеме. Городской прокуратурой особое внимание уделяет защите прав граждан в сфере безопасности дорожного движения. Ежемесячно запрашивается информация в Одинцовском наркологическом диспансере о лицах, поставленных на учет в связи с хроническими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, а также наркотических веществ. В дальнейшем эта информация сверяется с данными ГИБДД и в случае наличия указанных граждан водительских удостоверений направляются исковые заявления о прекращении права действия данных водительских удостоверений. Одним из направлений деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Приоритетное значение имеет соблюдение правоохранительными органами разумных сроков уголовного судопроизводства, возмещение потерпевшим причиненного преступлением вреда, законность проводимых следственных действий. В том числе рассматриваются и жалобы граждан, участников уголовного судопроизводства на действия или бездействие должностных лиц, занимающихся предварительным
предварительным расследованием. В указанной сфере надзора прокуратура наделена достаточно широкими полномочиями, которые позволяют нам своевременно выявлять допускаемые правоохранительными органами нарушения и, самое главное, устранять их путем внесения актов реагирования. На системной основе нами проверяется законность всех процессуальных решений, принятых поднадзорными органами, принимаются меры к их отмене в случае, если проведенная проверка является неполной либо предварительное расследование проведено необъективно. Надзор на досудебной стадии включает в себя оценку законности принимаемых следователем решений. При этом прокурор активно участвует в дальнейшей судьбе уголовных дел, изучает их на полноту и законность проводимых следственных действий. Мы говорим об убийствах, мы говорим о причине тяжкого вреда здоровью, который по неосторожности влечет смерть, мы говорим об изнасиловании, мы говорим об иных действиях сексуального характера. То есть это специфический ряд преступлений, которые требуют серьезное, конечно, изучение и серьезное отношение к качеству расследованных уголовных дел, потому что некоторые из перечисленных статей предусматривают в том числе пожизненное лишение свободы. Расследованием тяжких и особо тяжких преступлений занимается Следственный комитет, с которым тесно сотрудничает Одинцовская прокуратура. Оба ведомства располагаются в одном здании. И такое соседство весьма удобно. Можно напрямую обратиться к коллегам и получить истребованные документы гораздо быстрее, чем через ожидание по официальному запросу. Между нами, как коллегами, сложились, я бы сказал, деловые взаимоотношения, взаимодействия, потому что в общем итоге цели, которые преследуют органы прокуратуры и органы следствия, они тождественны. Задача следственного органа – это изобличить виновных, а задача прокурора – не допустить нарушения прав невиновных лиц, да, и в том числе просто не допустить нарушения прав граждан. Поэтому мы друг друга дополняем. Один из примеров успешной и скоординированной работы – дело, начавшееся в октябре 2021 года. Тогда был выявлен факт готовящейся передачи своего ребенка в другую семью. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступление было пресечено. Двое жителей Киргизии, граждан Киргизии, временно проживающих на территории Российской Федерации, были задержаны. Ребенок был передан органам опеки. В настоящее время следствие завершено. Дело рассмотрено по существу Одинцовским городским судом Московской области. В отношении каждого избрано наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца. На рассмотрение этого дела ушло 2 месяца. Кстати, именно такой срок предварительного следствия установлен Российским уголовным кодексом. Продлить его можно в законном порядке, если дело представляет собой особую тяжесть. Но чаще всего этого не требуется. Есть вот такое выражение: следователю всегда не хватает одного дня. Это вот тот самый случай, потому что по уголовным делам идет колоссальное количество допросов свидетелей, собирание результатов оперативно-розыскной работы сотрудников уголовного розыска, органов дознания и так далее, сбор характеризующего материала в отношении лиц. Ну, как вот, допустим, граждане Киргизии, на них характеризующий материал идет в рамках соответствующего запроса из их государства. Разумеется, такой запрос идет определенное время, как правило, свыше месяца. То есть он делается в начале следствия, и ответ получается уже в конце. В деятельности прокуратуры наиболее значимыми становятся мероприятия, направленные на предупреждение совершаемых на поднадзорной территории преступлений и надзор за органами МВД. Здесь изучается и дается оценка каждому принятому органам дознания процессуальному решению. Это обязывает прокуроров действовать таким образом, чтобы в каждом случае обнаружения органом дознания признаков преступления принимались предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры по установлению событий преступления, изобличению лица либо лиц, виновных в совершении данного конкретного преступления. При этом должны быть соблюдены все принципы уголовного судопроизводства, обеспечены права потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других участников уголовного судопроизводства, законные права и интересы которых подлежат защите и восстановлению. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры выезжают с проверками в подразделение окружного управления МВД. В этот раз побывали в первом отделе полиции. Проверка журналов в дежурной части, записей обращений граждан в полицию в канцелярии. Здесь хранятся сообщения, не подпадающие ни под уголовные, ни под административные дела. Осмотр камеры предварительного задержания. В этот раз все спокойно и законно.
Сами полицейские тоже частые гости в прокуратуре. В тесном содружестве оба ведомства рассматривают служебные дела на благо граждан и во имя закона. Все, материал с конкретным указанием так передаю. Все, будет до результатов выполнения. До свидания, Антон. Выездные проверки сотрудники прокуратуры проводят и в образовательных учреждениях, привлекают к ним представителей Роспотребнадзора. В ходе проверки обратим внимание на соблюдение санитарного законодательства, в частности, на наличие документов на поступающее пищевое сырье, условия его хранения, порядок и условия приготовления пищевой продукции для питания несовершеннолетних обучающихся. Такие проверки выборочные, ведутся по графику. К сожалению, нарушения обычно выявляются. Чаще всего касаются хранения пищевой продукции и наличия документов у персонала пищеблока. Не обошлось без нарушений и в этот раз. В ходе проведенной проверки городской прокуратуры были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в образовательном учреждении. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. В адрес организатора питания внесено представление об устранении нарушений. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры. Часть выявленных нарушений были устранены в ходе проведения проверки. Конечный срок устранения нарушений в течение месяца с даты внесения представления. Среди направлений деятельности Одинцовской городской прокуратуры – правовая оценка действий и решений территориальной исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, проведение плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, санкционирование решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщиков организаций. Прокурор активно участвует в правотворческой деятельности органов местного самоуправления, обладает правом законодательной инициативы, вносит предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии нормативных правовых актов, участвует в рассмотрении нормативных актов Советом депутатов Одинцовского городского округа, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов. Вся деятельность Одинцовского надзорного органа подчиняется и идет в соответствии с федеральным законом о прокуратуре, в основе которого лежит надзор за исполнением законов и соблюдением прав человека. За 300-летнюю историю российской прокуратуры многое изменилось, но этот принцип остается незыблем. Главной задачей для нас всегда была, есть и будет защита прав и свобод человека, обеспечение законных интересов граждан во всех сферах.